Прокуратура Ивановской области продолжает борьбу за чистоту окружающей среды. Сотрудники надзорного ведомства провели серию проверок в сфере обращения с отходами. Выяснилось, что во многих муниципальных районах органы местного самоуправления не уделяют экологии должного внимания. На официальных полигонах по размещению твердых бытовых отходов выявлены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. За это 40 виновных лиц уже привлечены к административной ответственности. Отдельная проблема – стихийные свалки. Их обнаружили в областном центре, Ивановском и Кинешемском районах. Возбуждены уголовные дела по фактам порчи земли. Органы местного самоуправления должны заниматься этими вопросами, и в их обязанности входит необходимость организации ликвидации мест несанкционированных свалок, а также организации вывоза отходов. К сожалению, прокурор констатировали, что работа данная осуществляется зачастую по остаточному принципу. В связи с этим органы местного самоуправления получили от органов прокуратуры достаточное количество мер прокурорского реагирования. Это и представление об устранении нарушений законодательства, это и исковые заявления о том, чтобы были ликвидированы свалки, либо были надлежащим образом оформлены бумаги по той деятельности, которая связана с осуществлением сбора и утилизации мусора.